В Чебоксарах прошел первый республиканский фестиваль «Булгарская застава». В детском парке имени космонавта Николаева все желающие побывали на турнире древних воинов, посмотрели выставку их костюмов, оружия и предметов быта. На рубеже 8-9 веков в северо-восточной Европе возникло одно из самых первых феодальных государств на территории нашей страны – Волжская Булгария. Это легендарное загадочное образование достигло в средние века небывалого могущества и расцвета. Сейчас идет реконструкция Волжской Булгарии. Это когда наши предки жили в то время до нашествия Батыя на Русь. И в том числе на Волжскую Булгарию. И сейчас просто надо понимать, что предки Чуваш как раз и были великими булгарами. Волжская Булгария была многонациональным государством, объединявшим десятки народов, которые были знатными воинами. Идея фестиваля – показать жителям Чувашии боевые традиции предков. На фестивале свои навыки ведения боев показали представители военно-исторических клубов Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы. Это увлечение, да, то есть оно, скажем так, на грани экстремального спорта и знания истории. Вот можно так выразиться, да, то есть мы с одной стороны изучаем источники археологические, исторические, а с другой стороны мы вот сами видели, да, сражаемся, и у нас бывают травмы. У нас движение в городе тоже достаточно большое, то есть у нас порядка, наверное, сотни реконструкторов мы на фестиваль, к примеру, собрать можем. Костюмы мы сами шили, сами изготавливаем, это, в общем-то, достаточно долгий, кропотливый труд. Вот, он, в общем-то, ну, занимает достаточно большое, практически все наше время. Кроме боев на фестивале можно было познакомиться с бытом волжских булгар, рассмотреть костюмы, а также предметы старины. Фестиваль, он обязательно станет ежегодным, то есть у нас в Чебоксарах он будет проходить, к нам будут приезжать люди, пошитые так же, как были одеты жители Волжской Булгарии, с той же материальной культурой, вот, и, соответственно, вся Чуваш сможет узнать о жизни своих предков. Подобные фестивали отчасти дают ответы на многие вопросы о происхождении не только Чувашей, но и других поволжских народов. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин, Республика.